Товарищи, с вами снова Промикс, и я рано сегодня начинаю стрим, анонс был лол ночью о том, что сегодня будет стрим, поэтому мне нужно что-то, наверное, написать, что стрим начался и все такое, потому что иначе кто-то ведь может не понять, не получить уведомления, еще чего-то, и в итоге все это затеряется, все это будет плохо, поэтому да. Сегодня у нас спор, и только спор, я так понимаю. Может быть, мне надоест дико спор, и я что-нибудь другое начну, но во всяком случае пока у меня в планах только спор. Буду спорить до посинения. Но вообще я хотел перед этим немного поболтать, наверное. Мне хотелось бы обсудить. Я просто вот за кадром буквально прошлую неделю проходил вторую мафию. Я до этого во вторую мафию не играл, не хотел на стриме проходить, потому что я думал, ну, будет немного уныло, плюс у меня очень, так скажем, роднящее чувство с первой мафией, поэтому я очень этой тематикой дорожу, типа, поэтому и в ремейк пока не играл, но обязательно, на самом деле, в какое-нибудь ближайшее время сначала отстремлю ремейк, а потом и оригинал. Я объясню, почему оригинал лучше. Оригинал лучше не потому, что на самом деле трава зеленая, а по совершенно базовым причинам, которые упущены в ремейке. И тем не менее, на самом деле, ремейк не такой всосный, как могло показаться в начале. У него есть какие-то иные идеи, базовые сами по себе, и он на самом деле неплох, и в него можно играть. Если вы не играли в оригинал, то вы можете просто в ремейк поиграть и получить, в принципе, схожие ощущения, но все еще совершенно не те, что в оригинале. Вот прям совершенно, потому что, опять-таки, базовые какие-то вещи напрочь упущены и заменены другими вещами в ремейке. А «Мафия 2» — это вообще не «Мафия», а «Гопники». Ну, это типа... Блин, ну... Это я вообще не понимаю всеобщего восторга людей по второй мафии, потому что, ну, это не мафия. Типа, я вот вообще не понимаю. Кстати, сегодня будет без вебки, потому что, ну, что-то мне лень. Плюс я не думаю, что у нас будет какой-то гиперэмоциональный стрим, что мне нужно там что-нибудь будет кривляться, хоть у меня очень фотогеничное, да, лицо и всеобъемлющее на эмоции, но я не думаю, что в споре будет. «Мафия 2», да, то есть «Гопники 2», где главный герой не раскрыт чуть более чем полностью, и ты больше сопереживаешь его другу Джо, чем самому, собственно, Вито Скалетти, главному герою. Я вообще, типа, ни хера не понимаю, какого хера там нужны, например, семья, которые показывают во второй главе и тут же про нее забывают. Блин, в GTA 4, например, хотя бы, ну, ты целую арку проводил в начале на этом первом месте жительства, обустраивался, а тут сразу вернулся с войны, ночь провел, потом удрал от семьи, про семью забыл к херам, не спросить сестру ни как дела, ни о чем, маме не позвонить ни разу, мама умерла, потом когда-то в тюряге сидел, даже на могилу не пойти, не навестить, нахер вообще семья нужна, у меня есть тёлки, деньги и братан Джо, с которым мы месим других обмутков, хотя мы на самом деле не знаем, обмутки ли они, нам просто скажут, что мы пойдем их грохнем, как гопники. Ну, говнище, короче. И вот в этом всем я не знаю, как сопереживать главному герою, то есть, ну, я и не сопереживаю, типа, мне было... Норм, наверное, первой главы две, блин. Но дальше происходит какая-то дикая херня,
Во-первых, город мертвый, естественно, то, что происходит во второй главе, когда вы возвращаетесь с войны, это типа скриптованная херня, типа интрухи и все такое. Сам по себе город нереально мертв, там делать тупо нечего, там есть два чела, которые дают дополнительные задания, но помимо одного раза в игре к ним никто не сходит, вообще всем насрать. Давайте я какой-нибудь музон подрублю, в самом деле. У меня есть как раз претендент на... Это снова сегодня мы будем играть по Стива Райха, но под другой музон. Это будет 2 на 5, или, если иначе говорить, это двойной квинтет. Немного другого жанра музон, чем у нас был в споре в прошлый раз. Тем не менее, это уже охеренный. В общем, а что у нас дальше по мафии? А дальше то, что чувака, по сути, не берут ни в одну семью, и тем не менее он против всей семьи. Какого-то хера я должен вот в конце типа... иметь какое-то неуважение к антагонисту, там, Фалькона и все такое, там, бла-бла-бла. Вообще насрать, мы всю игру типа херачим каких-то мудаков, и тут мне должно быть, типа, наверное, не насрать на одного конкретного босса мафии, типа, что он такой весь плохой. Я хз, но это полный бред. Сценарий писал, наверное, сын там какого-нибудь... арт-дизайнера, который попал через постель в команду разработчиков. Ну, я не знаю. Типа, ну, это мега убого. Те, кто на самом деле плюс, и кто будет в записи смотреть стрим, так как это будет в самом начале, то напишите, что вы думаете про вторую мафию, потому что мне дико не понравилось. Я через силу проходил, ну, наверное, с четвертой главы, потому что уже с четвертой главы было все вообще понятно, что будет в серии. Ну, естественно, про дикий, совершенно невероятный твист про то, что Джонни попадает... Джон не является частью сделки, я давно знал. Но... Да, он все равно, кстати, оставляет какую-то пометку, но... Конца нету игры, в отличие от первой части, даже. Там просто показывают, типа... Прости, Джо, в сделку не входил. Все, показывают вид города, титры. А где пилок? Чё там все строят? Чё там вообще происходит? Она развелась или как? Она как дура поссорилась с главным героем и всем насрать, типа. Нахера нужна семья вообще главного героя, если она ему не нужна? В общем, куча вопросов, почему эту игру так любят, у меня дикие вопросы остались, но чё-то мне кажется, даже третья мафия будет больше мафии, чем вторая мафия, хотя, естественно, по антуражу все тут норм, но, естественно, сухой закон One Love — это родная обитель мафии, так что, наверное, чем дальше, тем меньше такой мафиозный антураж будет уходить, так что пойдет. В общем-то, да, все, теперь ты мой парень. Что? Кто понял, тот понял. Начинаем, в общем, спор. У нас важная миссия, я опять-таки говорю тем, кто приходит на стрим, всем привет. Сегодня без вебки, мне дико лень, у меня нет никаких эмоций на самом деле по поводу спора. Персонажи очень сплоченные. Какие, например? Смотри, в чем прикол. Там вводят персонажа, вот, например, кого они там ввели, например. Не знаю, не играл. Ну, так, блин, ладно тогда. В чем тогда проблема? Я, наверное, чат уберу. Нет, ладно, я не буду чат убирать. Я просто тогда сделаю что-то типа... А, или погоди. Я сделал лучше...
Я сделал лучше вот так вот. А, какая же кайфная музыка. Серьезно, я считаю, что сейчас академическая музыка будет вскоре, лет через пять, на диком хайпе и приросте. И всякие Стивы Райхи будут на самом деле невероятно популярны. Лет через 10-15 это будет прям мейнстрим. Музыку оффа. И мы продолжаем за наш... Можно музыку погромче? Да, можно, в принципе. Вроде так должно быть норм. Погнали. Джордан и Тап Космос. У нас Джордан просто на бешеном, на самом деле, максимум сетапе. Он какой-то жутчайший, просто невероятно. Я, кстати, вебку включаю, не включаю. Не только потому, что типа мне лень, но и потому, что я, скорее всего, буду жрать на стриме, но вы этого не будете слышать, а на вебке вы бы видели, это было бы, наверное, не норм. А без жрачки, на самом деле, в споре нереально, потому что это все надолго. Короче, план у нас какой? Сейчас, на самом деле, начнут появляться империи потихоньку. И все это будет не норм, потому что... они начнут занимать наши планеты. А цель, напоминаю, у нас всего это прохождение занять как минимум все системы. Ну, вначале у нас, естественно, я попытаюсь просто занять все сорта пряности. Сначала систему со всеми сортами пряности, потому что нужно наладить сначала экономику, найти кому что продавать, на каких планетах, настроить какой-то базовый капитал. Белой пряности нет. Ошибка игры. Сначала сейв. Вот. И просто сначала найти. А здесь, кстати, у нас есть. Поэтому, в принципе, если у нас есть, если мы можем купить, блин, я не хочу пока ничего делать. 150 стоит, так что мне надо на самом деле что-то сделать. Блин, а вы мне дадите денег? Блин, жесть, это говно. Элесик, хорошо посмотреть космопорте незнамо. Блин, уже не терпится. Главного робота. Окей, где это? Там же нихера нет, блин. Какой-то к черту космопорт. А, блин, Т0, мать твою. Какой здесь космопорт? Окей, ты отправляешь космопорт, где тебе предстоит ознакомиться с азами космических приключений, ты узнаешь, что тебя ждет. Я не хочу, на самом деле. Я просто это делаю из-за бабла. Я очень надеюсь, что мне дадут 30к. Вот кто здесь живет, мать твою? А здесь что? А, ну здесь какая-то пряность, морозная свежесть. Е-бой, прям как по Стиву Райха, да? Козу такой. Недавно, чё? Крупная партия груза прибыла, извини, нет времени. Да-да-да-да, индикатор заполняется. Главный робот, я нашел его. Hello. Блин, ну это бред какой-то на самом деле. У тебя администрация. Откуда вы взялись вообще? Чьих вы будете? Местные обитатели, слева торговец, справа боцман. Ты торговец? Нет, это работник склада. Hello, hello, hello.
Не, не так близко. Товар, новое снаряжение. А, космический путешественник, это ты? Не, отстрисни. А вот. Ну, наверное, типа в команду его взять, я хз на самом деле. Путешественник, как ты сам, бла-бла-бла-бла. Может быть, он у меня в команде, может быть, нет. Мне не интересно на самом деле. Что за боцман? Может, его нам в команду дадут? Она выглядит неплохо. Гнусавый к нашим услугам. Дядя капитан. С хорошей командой, да, походу. Так, и чё? Капитан Санни. Hello. Бла-бла-бла-бла-бла, да-да-да-да-да. Слага, Кайма Мега. Я вообще не знаю, откуда ты. По-моему, мы самые первые вообще здесь. Приготовиться к обычной процедуре досмотра, мать твою. Можно мне просто 30к где-нибудь достать? Да, да, завершить задание. Простите. Насрать. Время 40 секунд. Зашибись, ебой. Не, ну это бред, типа, это вообще не по-споровски выглядит. Что за нахер? Восстановление здоровья есть. Травленный клинок. Но это походу, когда мы высаживаться только будем. Вообще насрать. А типа, сюда можно только... Ёб твою мать, серьезно? Это говно, типа, заняло несколько планет. Охеренно. Просто потрясающе. Ну, получается, мы не сможем все планеты колонизировать. Тогда, я думаю, мы остановимся конкретно на цели колонизации всех, всех систем. Хотя могут быть такие планеты, опять-таки, которые могут состоять, наверное, из одной... Блин, ну это полный бред. Типа, пошел нахер со своим дерьмом. Вернуться на планету Джордана. Окей, одно путешествие. Вообще, бог. Небо слетает на самом деле, но тут нет пряности, они ее не собирают пока. Не, я так сюда не попаду пока. А, вот так попаду. Может, они купят ее у меня? Ой, кстати, там есть зеленая, мать твою. Не, мать твою, нихера. Кстати, нам эта штука нужна, нам нужна колония. О, погоди, я заберу артефакт у вас пока, пожалуй. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Да, ну я так понимаю. Я бы исторический хроник. Я вот артефакты продавать буду. Не буду коллекционировать. Бля, ну там ты один, у них нихера себе. Ну это первый претендент на торговлю на самом деле. Я так понимаю. Бля, ну тут тоже космопорт есть, мать твою, или что это? Или это империя типа? Не знаю, ладно, забей. Так, я надеюсь, нам, типа, хватит денег, чтобы продать тут все. Ну, такое оно пойдет. Все, погоди, верни. Я, может... я передумал. Да-да-да-да. Вот, тут еще есть. Сколько купишь, интересно? О, Леня, покупает, хера себе.
А я тогда заберу у вас артефакт, идите нахер. Не обижайтесь потом. Мне нужны деньги. Ничего личного. А вот он. Так, а как мы сюда попали? Вот так вот мы сюда попали. Давай посмотрим, сколько они купят. Семь вообще атас. Я тогда сразу ее там продам. Забирайте это дерьмо. Так, пойду покупать у наших говнарей колонию. Вообще-то на самом деле надо нас. Подожди, колония. Я чуть не купил не то. Пошли сразу же засаживать. Это у нас получается Эдиана будет. Все, тут, кстати, Проя есть. Там Т2. Да, да, да. Так, ну нам нужны инструменты, типа. Пока что это все очень плохо. Там, по-моему, задания есть, где дают. Расширит границы, торговлю. А, лол, вот так вот можно было сделать. А, кстати, челики. И они, по-моему... Блин, у меня пряности нет, лол. Девятьсот. Я чуть не подох. Да не пряности, блин. Надо тогда вам там что-нибудь настроить. Я так понимаю, у вас там плохие... Плохо настроены дома как-то. Трёха. Да щит норм. Чё это, дом? Три. Я так понимаю, тут ничего не поделать особо. Тут вообще 0,9. Хотя вот здесь вот можно еще поставить. Так, это сюда получается 1,8 уже нормально. Здесь получается то же самое. Два и один. Блин, ну и бред. Пока мы не найдем империю, которая хорошо покупает красную пряность, мы в заднице просто дикой. Хер с тобой. Нет места. Блин, ну давай тогда попробуем, может так. Да, так норм. Так пойдет. 0,9. Людям норм, они просто там кайфуют себе.
1.8 3. Это точно вот так он должен стоять. Но здесь не уверен, правда. Это как-то так должен стоять. На нах. Тут норм, можно, в принципе, поставить везде орудие, но я думаю, пока не надо. Но здесь дерьмо какое-то. Ё-моё, что за... Так, у нас 2 на 5 закончилось. Давай я что-нибудь другое подрублю. Допустим... Ну, блин, это тоже 14 минут идет. Недолго. Ну, пусть так будет пока. Так, окей. Я вроде все заставил. Поэтому пока я отлетаю. Заключи торговое соглашение. Вы мне, блин, пряно сделаете? Какого хера у меня лагает музыка в ВК, мать твою? Это же тупо. Окей. Как мы будем вообще работать с пряностями? Пока не знаю. Честно, тут лучше бы империя какая-нибудь появилась. Я, блин, типа серьезно. Ну тут только ждать, короче. Пока мы ждем, можно, в принципе, пообьюзить вот эту херню. А хотя я полечу, пожалуй, посмотрю, может, у нас есть еще какие-то империи здесь. Да, тут есть какая-то империя близко. Hello, они, кстати, к нам доброжелательно относятся. Ой, здесь можно чуть ли не в два раза. Кого, мать твою? Надо было до них дойти сначала. Найс. Мы, кстати, торговлю наладили. Видимо, об этом меня и просили, не о пряности. Ну да ладно. Вот и пряность. Так, я хочу исследовать. Хочу раскрашивать их. Нет, я хочу... Блин. Неужели... Ладно. Давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас... Незанятая Т, но она без пряности. А, нет, с пряностью. Но получается здесь нет животных. Так что это нестабильная Т1. Смыслояна Герва. Ну, кстати, вот эти почему-то на русском. И вообще многие на русском. Странно, ладно. Нам нужно пронус занять. Что-нибудь там алерту, может быть. Потому что там синяя пряность. Кстати, у нас есть желтая, так что в принципе норм. Но нам надо каким-то образом на нее накопить. Давай посмотрим, может там артефакты есть какие-нибудь. Пока нет.
честно говоря, это херово. Валант. Нет, тоже нет. Пока все стрёмно. Причем я начал торговлю, но мне придется ее отменить, походу, потом. Надо слетать, посмотрим, может они купят. Так, там империя начинает развиваться, и я хз. А, у них, кстати, есть... Ё-моё, что за crazy frogin? Нет, тоже говно. Пойду артефакт заберу. Так, лицемер. Базовая грузоподъемность. Это найс. Хорошо. Может, ваши братаны захотят? Не, у меня нельзя, кстати. Пойду тогда с этими ребятами по базарю. Я им продам и куплю на них колонию тогда сразу. И полечу сюда. Тут как раз есть алерт, на который я могу поставить свое говно. Да, но тут нет, кстати, одного одного этого хищника, короче. Так что это не совсем норм. Хотя бы челики смогут, в принципе. Наверное. Ну, только деревья засажены, здесь нет пока, да, да. Я тогда у себя пойду заберу. Это. Я пока пойду у себя заберу говнище. Эй, ё-моё. Камон. Хер. Кстати, чё, и племя? Кого? Что это? Это реально племенное это дерьмо. Жесть. Спасибо. Так, окей. Окей, что мы делаем? А, да, засаживаем этого говнаря. И у нас будет Т1 планета уже. Это уже хорошо. Все, стабилизировали атмосферу. Найс. Но они, наверное, все еще не смогут, да, херни страдать свои. Давай что-нибудь тут сюда. Да, я все еще не могу. Здесь надо Т2, походу. Блин. Обидно. А, слишком дорого. Все я могу, но слишком дорого. Блин, это плохо. А мне так-то нужна пряность. Нога. Вот эту систему обязательно надо всю просто занять. Пока ее не занял кто-то вместо меня. Пойду тогда попробую задание выполнить. Maybe получится, maybe нет. Блин. Я не хочу.
Блин, если я сохранюсь и дропну это говно, меня загрузит спор без галактических приключений. Нахер я скачал с галактическими приключениями, если у меня была опция просто с паком Creepy and Cute. А, ну тут, кстати, пишет, что можно просто... Я тогда выйду сейчас. Вроде засейвился, да? Сейчас выйду, тогда там написано, что есть... просто спор. Какой-то странный звучал. Спор ап есть просто. Да, по-моему, там, но... Давай посмотрим. А он не врубает просто спор, лол. Оно не хочет... А, не, или хочет, подожди. Да, по-моему, тут писалось Galactic Adventures, типа вся херня, а сейчас не пишет. Да, но у меня и на английском это при этом все. Ля, какая басуха пошла. Огонь. Блин, Стив Райх гений, короче. Как бы мне... Если я так сделаю, например... Может, конфиг тут есть, properties. Типа, мне бы на русский перейти. Ща, сорян, за такую херню я быстро. Просто реально не хочу игру засорять с этой фигней. К сожалению, мне не заходят вообще эти приключения. Может, так пойдет. Да, нормально это сработало. Все права защищены. Привет, Накспор, у тебя ник очень подходит. Так, окей, продолжаем. Я надеюсь, она загрузит без проблем у меня. Я надеюсь, у меня просто все исчезнет на сей раз, все квесты из Galactic Adventures и вся херня. Это реально просто затягивает геймплей. Так, что теперь у нас? Да, теперь тут просто планета, она без фигни всякой, все, тогда сейф. Меня это устраивает чуть более чем полностью. Теперь я могу взять задание. А, ну они не хотят мне удавать. Забавно.
Да, и у них все так же стоит 2. Ой, я могу сюда прилететь сразу. У них есть артефакт, но, по-моему, если я их прям с их планеты заберу... О, вот оно, найс, хорошо. Мы хотя бы нашли планету, где мы можем пряности свою продавать. Это Патус. Ну, норм. Кстати, я забыл спросить, может, у них миссия есть. Может, я что-нибудь смогу забрать, там что-то какой-нибудь планеты есть такое. А, задание. Одно растение. Лилиан. Миллион. Легкий заработок. Ну где? А, это где-то здесь должно быть. На планете Миллион. Это вроде здесь должно быть. В общем, у нас есть несколько систем, но я пока сдрисну, потому что мне нужно на свою планету вернуться, подзарядиться. Let's go. О, я заберу и как раз продам снова. Так, ну мы потихоньку налаживаем торговлю. Так, ну и... Давай прочекаем, может она здесь. Да, Миллион, вот она. И нам нужно растение Лилиан. Ах, Лола, ну тут единственное. Изи мани. Та-ра-ра-ра-ра. It's the double doggy D-R-A. Та-ра-ра-ра-ра. Так, окей, возвращаемся. Hello. Еще один вопрос. Покупаю у меня пряность. Все, найс. Меня устраивает. Так, теперь мы можем хотя бы завод пойти поставить. Мы можем собирать синюю пряность там с планеты. Нам, правда, критично нужно... просто невероятно нужно... Во-первых, больше энергии на корабле. Во-вторых, колония в той системе, про которую я говорил. Ах, да, я хотел поставить сюда завод. Нет, я хотел завод поставить. Почему он сбросил меня все? Видимо, тут сбросились все-таки здания некоторые. Блин, камера огонь просто. Так, 12 в час меня устраивает. Купи межзвездный двигатель. Нельзя пока его купить. Во-первых, денег нет. Во-вторых, там всего лишь второй уровень доступен пока. Так, челики прям рады за меня там, я тоже. Нет, вам я продать ничего не буду, вы какие-то жалкие. Забрал пряности, забрал все. Я пока попутешествую. Да, хер, я попутешествую, у меня нет возможности для этого вообще. Что? Ну ок, я возьму себе союзников, пожалуй. Я тогда это... Я тогда пойду задание на эту херню возьму сразу. Я надеюсь, это не в родной системе берется. Я не помню просто. Нет. Это берется в родной системе. У нас, кстати, есть артефакт, который мы можем забрать.
Познакомиться с союзниками. Все, давай. Five head move. Теперь летим, просто берем. А, нет. Дипломатия, госсоюз. Найс. Так, космический турист 2. Ну вот, у нас будет межзвездный двигатель теперь. Ну а нам нужны колонии, мать. Больше колоний, богу колоний. А, да, я должен сдать задание. Хай. Да, ты же видишь. А, ну это не артефакт, это, блин, разукрашка, короче. На, ну окей, ладно. Чешуйчатая планета, кстати, рядом с нами уже две такие планеты. Одна из шестеренок состояла, другая вот чешуйчатая. Ну, кстати, красиво. Нам это предстоит облететь как-нибудь. Нам нужно вот отсюда аж вот так вот обогнуть, потом вот сюда долететь куда-то. Ну, конечно, неудачный спот для спауна, но ладно. Дай мне своего чувака, а? Просто на всякий случай. Thanks. Так, 75 кэсов на второй двигатель. В принципе, это... Второй приоритет будет у меня. Ты что мне произошло? Чё мне? Так, надо будет посмотреть, есть ли здесь что-нибудь. Нет, эти говнари не собираются пока ничего делать. Джордан, мать твою. Да там ничего нет все равно. А че я сюда прилетел-то вообще? Так, искусственное существо. Андромем. Звездная система Ретилинсия. Вот здесь. Вот здесь. Зеркоглаз надо найти. Они сразу подсвечивают это говно. Найс. Изи мани. Кстати, на время. Можно не успеть. Не помню, я здесь же брал. Да, я здесь брал. Кстати, у них можно... Ах ты падла! То есть ты продаешь за 3, а покупаешь за 200, мать твою. Вообще охеревший. Ну как настоящий спекулянт, естественно, не куплюсь на это говно. Да, ща. Разберемся. Может, вы меня подзарядите немного? Нет, не подзарядите. Ладно, разбираемся тогда с этим говном. Джордан — это утка, по сути. А, лол. Спасибо, твоя помощь, Александр. Не за что. Окей. Мы перевели, порядок навели. Кстати, у нас союзник тоже болит, мать твою, какого-то хера. Очень странные дела. Было бы норм, если бы мы могли у кого-то стырить пряность, продать кому-нибудь другому. Но пока мы можем это делать только здесь.
сейчас я слетаю, посмотрю, может, у них есть что купить. Мне будет норм с красной пряностью. Не, они не продают, кстати. Это обидно. Ну ладно. Я пока поизучаю другие системы. Вот ничего нет. Я пока не обучали терраформингу, кстати. Я не знаю, когда меня начнут. О, найс. Так, блестящая порода. Посмотрим, кто что предложит за этот артефакт. Например, ты. Шестьдесят семь. Ок. А ты сколько? Тоже 67. Я так понимаю, все за 67 купят. Так, пойду пока возьму колонию одну. Нужно срочно, просто срочнее некуда. Может быть, кстати, они мне продадут пряность. Семь, да, меня устраивает. Давай сюда. Нет, у них тут нет пряности. Пока что. Так, нам надо сначала подвосстановиться, а потом полететь на ту систему. Пока я не занял никто. Что она охеревшая просто. Let's go. На гаммат. И нам нужно все занять. Но я так понимаю, подожди, какие у нас... Какие у нас есть пряности? Красная. Фиолетовая, да? Фиолетовая есть. Нам нужно типа розовая. Давай на розовую кинем пока. Гидант. Все, достал. Колонист. Мини-импульсов, бластер, окей. Вообще, должны дать задание и должны дать приспособление для этой херни, но пока что для терраформинга нам ничего нет. У нас, кстати, очень рядом планета пока. Найс! Мана вот на медали. А, это как раз наша херня. Второй индекс D1. И нам дали растение как раз. Нихе... Откуда? Откуда там желтый... Алло, что? Окей, значит, нам нужно генератор атмосферы закинуть. Да и все, нам больше ничего не надо. Собственно, готовимся закидывать. Давай. Давай. Так не говори мне, что ты на границе. Ебой, давай попасть-то. Да, я знаю. Все.
Все найс. Да, но мы не можем пока ничего с этим поделать. Окей, пусть пока так будет. Трейиндекс я довел до одного, чё, лол. А, один завод. А деньги-то у меня есть на один завод, лол. Может, мне там синюю пряность подогнали? Я, ну, пойдем поищем, может, кто-то купит. Hello. Да, ясно. О, бой, мы богатые. Тут и синяя тоже норм. Надо найти пятую тогда. Найс. Так, окей, врубаю снова музыку для 18. Так, и let's go обратно в нашу систему. Сюда. Надо поставить завод. Любой вообще. Так, завод. Я так думаю, сюда. Пока не знаю, на самом деле, как будет лучше. Пойду, maybe гляну, может, сюда можно что-нибудь закинуть. Вот еще одна, кстати. Что тут вообще? Не, ну тут надо эту херню. Надо, чтобы наверху была атмосфера, чтобы ее сбагрить. Блин, тут тоже внизу. Ладно, пойду домой сначала. Типа скажу, что я молодец. Hello. Плюс бабла накинули. Йоу, они за 11 продают. Найс, то есть покупают. Это еще лучше. Так, средний метеоритный дождь, ледяной дождь. Надо, короче, дальше херачить. Я вот только пока не знаю, могу ли я купить пряность. Продать-то я знаю, что могу. А вот мне бы купить. Купить я не могу, но продать здесь достаточно дорого могу. Купить, наконец, нормальный двигатель. Окей, здесь зеленый, если что. Задание. Просканировать флору и фауну. Ё-моё, это... Ё-моё, зачем так далеко? Это ваш планет вообще? Нет. Во-первых, хеллоу, я приехал к вам тут просканировать вас. Я вообще все должен просканировать.
Ладно, давай по порядку. Где? Все есть? Есть. Стать. Ты че, он на скромника похож как-то. Это же дун, мать твою, вообще какой-то. Жесть, что это за говно? А, лол. Сорян. Это был артефакт, ну спасибо. А, не нас херачит теперь. Сорян, сорян, сорян. Все, я вам продаю его. Плиз. Дай мне просто... Мало говно. Все, до свидос. Да хорош, мать твою. Все, можно мы зайдем обратно? Камон! Так, это и есть. Есть. Это жесткое задание. Долгое, в смысле. Сканер не сразу срабатывает, надо ждать еще. В принципе, у нас осталось 4 объекта просканировать. Это есть. Так. Один остался. Камон, блин. Я бы купил у них две пряности. Смотри, сколько они стоят. Две. Я возьму. У меня есть где ее продать. Больше половины, кстати. Я покупать не буду. Блин, а я за сколько купил? Я за 6 как раз купил. Ну, вот норм. Спекулянт.
бабло гони. Горе пламень. Блин. Блин, вы хотите, чтобы я воровал артефакт у чуваков, которые вполне себе норм? Вы что, серьезно? Горе пламень. Я же типа... Кефан. Ну, это та планета, но тут ничего нет. Хера нет. Игра, работай, иначе мне придется отрубать квест. Но для рисования, говорю. А вам нихера нет для рисования. Короче, идите нахер. С такими охеревшими квестами, которые не работают. Нет никакого груза. Па-па-па. Кстати, а у вас что? Может, я у вас повышу уровень? Нет. Сколько, кстати, стоит это говно? У них этого нет. Блин. Во-первых, на. Во-вторых, ясно. А эти не дают пряность. Ну ладно. Блин, а тут уже за 5. Не очень. Пока я пойду отдам. Ну, наверное, раз меня на родной планете сменилось, значит, тут тоже. О, бой. Тут зато за дико дорого продаются штуки. Да, теперь я не могу найти, где красный сбыть. Может, не здесь можно? Так, ну это плюс 17 тысяч. Так, блин, синяя пряность в тренде.
Аж здесь. Мало ли. О, кстати. Пойдет. Вообще херен на самом деле. Так и... Это не артефакт, говно. Шестерни у нас уже были. Так, что надо? Пошел нах. Он охерел, он еще поставил, блин, свою говенную планету рядом с нашей. Че, не планировал воевать, конечно. Жителя планеты Авелли? Йоу, что за запросы? Да, Мане, не то. Вот здесь. Кстати, огромная херня. Авели. Где? Может, здесь все? Да, вот здесь доманные. Скоро империя появится. Сыны падают. О, я украду вас, говно. Где? Ладно, 4 красные пряности того не стоит, чтобы искать коробки с ними. О бой, это говно. О, тут 90, кстати, стоит. Я беру, мне нужно. Нужно занимать систему, пока не поздно. Тут заняли неплохую. Тут нужно какую-нибудь сиреневую найти пряность. Желтая. Не, желтые мне пока не нужны. Они не такие дорогие. Элероника. Тут кто-то живет, кстати. Ладно. Тут ничего нет. Прокс, блин, не показал промикс. Так, тут одна желтая. Неинтересно. Мессия.
Блин, мне бы... Кста. Найс. За 11 можно. Герт. По-моему, рядом с нами была какая-то сиреневая пряность. Блин. Что-то не находится пока. А тут что? Савашка или нет? Нет, кстати. Три полотера. Кайф. А тут еще что-то есть, лол. Найс, ничего себе. Впервые, по-моему, за всю историю своей игры в споры я нахожу два артефакта. Реально артефакта. На планете. Редкая херня. Вот она, сюда давай. Блин, ну правда с атмосферой не поладок, ну ладно. Артефактом. Этого должно быть достаточно на достаточно много инструментов. Йоу. Not bad. Да посмотрю, кому продать, правда. Не знаю. Тоже продается слабо. Так. Ни о чем. Блин, они все, походу, будут за 22 продавать. Угу. Это нормально так. Так, ну мне бы на самом деле инструмента бы терраформист надо. Или Империя 2. Империя 2 чё надо? Колонист. Во, нам нужна одна колония. Let's go. Где-то было за 90, помню, я буду экономить. Сразу тогда куплю несколько. Не у вас ли? Да, у вас сразу две давай. И сразу вот эту штуку давай.
будет полезно. Окей, куда мы поставим только? Надо найти хороший спот для такой пряности, которой у нас еще нет. Желательно, кстати, староформированным... слоем планет. Чтобы сразу пряность можно было херачить. Пока такой нет. Тут есть артефакт. Так, на алертами говноеды. Так, да, зашибись. Не думаю, что там много пряностей. Тем не менее. Да, там одна всего. Блин, но она и не чумная. Кстати, базовую грузоподъемность можно и взять здесь. Но не сейчас. Приобрести систему. Нет, я пока не могу. Там нужно 3 ляма на эту систему. У меня таких денег нет. Давай посмотрим, что здесь. Блин, я вот хочу Т2 хотя бы, чтобы было. Вот, норм. Так, ну и давай тогда высадим чуваков сюда. Блин, ну подождем, пока колония поставится, естественно, без этого же никак. Это понимаю, кстати. Да, но у нас еще ратуша. Мне это не сделано. Так, нормально, пойдем. Ну это дорого. Это пиздец как дорого. Это целый лям надо, чтобы это все купить. Где такие деньги возьму, пока без понятия. Пока у меня идея покупать пряности и сбагривать их, но... Нахер иди, не хочешь торговать, если... Т1, Т0. Бесполезная херня пока. Это займу пока. Подожди, я чисто стал сферой. Может, я сразу смогу ее сделать? Нет, блин, почему-то у многих нет атмосферы. Ария. Этот парень в властях просто любит жизнь.
ныне. Я уж сюда, блин, достроились, охереть. Чё тут забыли? На. О, у них 270 стоит, надо будет запомнить. Это, блин, в два раза дешевле, чем у нас. Какого хера вообще? Нет, пока ничего. Снова цены сменились. Это не хочу покупать, если честно. Я возьму. Продавать не буду. Здесь я... О, здесь у них, кстати, 75 стоит. Это нужно тоже запомнить. Еще к ним, если что, надо лететь за инструментами. Колоний. Огонь. Сработал 5 кс. Ё-моё. Здесь одновременно и желтый, и это, найс, неплохо. Так, сейчас 40 к заработаем, как раз получается. Может, конечно, поискать, где подороже. Сейчас как раз... Поищем вот здесь. Угу. Вообще охеренно. Ковноеды, 15 тысяч за подзарядку просят. Вообще охеревший. У них 10 красных пряностей. Отдадите. Огонь. Гони сюда. Теперь вопрос, где продавал я, по-моему, себя здесь. Таркус, вообще Таркин. На нах. 100 тысяч. Так, и теперь гоним покупать у них... уплотнитель атмосферы. Так, а куда мы? Давай сюда. Да, тут, правда, он расходует невероятно много энергии. Просто до хера. Все, хватит. Этого хватит, по идее.
ошибись. Вторая колония есть. Но я пока не могу. Как-то я в неудачном месте поставил. Давай сюда. Блин, мне хватает 5000 всего. Есть у вас что-нибудь? О, найс. Точно. Так, и тогда давай сюда. Все, норм. Херач. Там-то один есть, кстати. Там эти обмутки хотят, они хотят мне запросить дань. Это что, космическая мафия? А, мы просто супер. А, наоборот, то есть это типа антипод мафии, они сами дарят деньги. Окей, ну спасибо. Ну, крутые ребята. Так, 2-2. Цель пока на самом деле сбросить везде до Т1. Но прикол в том, что я не смогу, наверное. О, найс. То есть это C13. Значит, я здесь смогу все-таки. Так, ну что, ждем. Неужели мне не хватит? Не хотят продавать нормальную пряность.
Ну ладно, тут про нам. Подожди, а где я, по-моему, я здесь же сделал, да? Мне как-то же должна быть, кстати, хоть чуть-чуть. Три. Нормально. Ну, эти ребята хотят синюю пряность обычно. Блин, шо у тебя? Да это Арсен Зов. Какого хера? Вы чё, херели что ли? Тут чё, война, блин. До такого дожили. Найс. Сколько мне нужно? Империя еще 5, блин, звездных систем. Ёшкин-кот. 13 звездных систем. Ну, let's go. Нам надо иметь тогда кучу. Трудно. Поставить бы там на самом деле второй уровень терраформирования. Так, а тут тогда другие нужны растения, блин, которых у меня нет. Что пойдет нахер эта планета пока. Я пока вот эти вот не страчу, я за новыми не пойду. Еще, да господи, спасибо. Блин. Может, вы нахер пойдете со своими экологическими катастрофами? У меня своих, мне кажется, будет дохерище. Да, теперь вы будете покупать у меня красную пряность за 100 тысяч, не дешевле. В скобочках не будете. Да в смысле? Ников и Ников один, зашибись. Долго вы делаете все, очень долго. Так, я могу на любой планете все это сделать, окей, изи мани.
А фиолетовая краска почвы надо сначала. А, море. Найс. Красиво. Любой товар можно продать. Чё? Если я найду вообще. Алло. Блин, ну это разукрашка датская. Вчера у вас имена соус ингида. Ну блин, очень дешево, что они все покупают. Прям не хотят. Знаю, что вы можете покупать планеты, так что покупайте. Да, подожди, 7000 за желтую? Мне показалось. О, найс. Херли у вас происходит? Что там? У вас нихера нет, что у вас воровать-то даже? Может, это Крокс? Нет, пират. Блин, ну окей, что дальше? Нихер лезть прям в пекло. Реально такой-то, кстати. Сколько тут? Две, нихера себе много. Пять. Хер ли вам надо здесь? Пираты все равно не могут захватить же планету, правильно? Ну, на ракету пойдет. Хотя деньги дают. Hello.
Да не хочу задешево так продавать. Мудаки все еще не хотят торговать. Как вы планируете выживать, я хз. Так, если здесь опять раскраска, я заканчиваю стрим. Окей, это не раскраска. Игре повезло. Здесь 20 каст. Найс. Я могу купить, по-моему, 2, да, у этих ребят 2 колонии. Что? Я не к вам вообще. Подожди, Эдиана Т2, но вы так... А, Т0. Норм. Блять, 5к всего. Ради этого я старался. 8, найс, неплохо. Может, я найду что-нибудь? Сначала, конечно, к этим ребятам сгонять. За 70 взять. Может, за 75, я не помню. Да, за 75. Все, погнали, 3 колонии посадим. Допустим, я рядом с собой поставлю. Вот здесь, например. Блин, эта звездная система, она же сильно разумными существами. Ну, такое. У меня нет денег, лол. Вот теперь, может быть, будут... Блин, как вы задрались с этими изобретениями. Иди нахер, я же сказал, нет денег. Нет денег. Нет денег. Нет денег. Нет денег. Ну ты чё, на капитал прожиточного минимума нужно? Или чё, не понимаю, куда тебе? Короче, иди нахер. Налог на неверие. Ущемление моего права неверия. Как бы. Так не говорите мне, что здесь тоже типа колония, уже разумные существа, все дела. Тут комары есть, планета. Песос. Сорян, чуваки, но вы будете уничтожены. Жесть, конечно, племен. Камон. Блин.
Так, ну я, по-моему, успею до страт всей энергии. Надеюсь. Тут прям на берегу три племени. Жестко. Мне, кстати, не хватит. Да, блин. Достаточно денег, чтобы использовать инструмент. Именно денег. Какому, блин, врагу? Это враг? Че они агрятся? Моя территория. Всегалактика моя территория, как бы. Блин, по чуть-чуть такой, типа. Не понимаю, что происходит. Сорян, по чуть-чуть. Мне нужна эта планета. Ты в сделку не входил. Они близко очень находятся, по-моему, друг к другу. Так, ну это последнее вроде. Let's go. Киношка. Let's go. Допустим, сюда. Блин, ну и говно, ладно. Давай я на Минское поставлю еще. Какая разница? Надо нам занимать потихоньку чё. Слушайте, у нас вот такие вот границы, сами себя замяли в них. Ты один геро. Нет, я смысл буду искать, смысла и Яна. Может быть, вкупить пряности? Может быть и да, но не так дорого. Хотел один подороже. Пам-пам.
Ладно, я продам за 12. Пойдет. Сколько мне надо еще поставить колоний? Еще две. Да, ну это начальный такой фарм. Тут можно развить сначала базовые такие пряности, потом пойдет вообще низи. Ну пока тяжеловато, да. Да, у них колонии нет больше. Печаль. Ну что, у меня пока там появились. Вот здесь желтая пряность. Найс. Тут больше желтых пряностей, чем красных какого-то хера. Аркуси ты один. Вообще-то. Я могу сюда посадить это все. Может, кстати, они купят. Нет, они не купят. Найс. 208, это вообще огонь. Ну, навряд ли на смысле можно продать желтую пряность. Но если мы найдем хотя бы за 10, то вообще огонь будет. Во, оно. 350, мы можем теперь инструмент купить. Но пока что не тот, который нужен. Ладно, давай. Найс. Поставим две колонии вообще рандомные куда-нибудь, лишь бы было. Вообще я могу сюда, наверное, посмотреть. Я тут не был даже. Тут Рахан. Все тут Рахан, кстати. Т1 так-то. На секундочку. Просто без Джордана, мать. Жесть, блин. Это как мы с обезьянами, да, получается? Мать твою, это вот как в ВК, как кто-нибудь... Кому-нибудь понадобился, так все, давай теперь все трындеть будут. Че надо? Да-да, запрос. Может, нахер пойдешь? Немало ущерб. Че ты несешь, мать твою? Ты просто нихера решил попросить у меня бабла и типа потом агришься. Медиа. Ну окей, видимо, планета Мэдисон. Там плохая шутка. Ну, ну это артефакт. Драгоценные камни. Так, вот теперь мы можем
накопительный инструмент по фасту. Что там? Блин, забродзилы ваши надоели уже, не пойду я никуда. Ладно, приду я к вам. А, они, кстати, все. Или нет? Что там у нас? А, да норм все у них. Вот у них, кстати, десятка. Я возьму. Сейчас продам. И вернусь. Я не помню, где ее продавал, блин, на Карисе. Эт, здесь. Миген. Миген Хонда. Угу. Огонь. Блин, опять цены поменялись. Тут, блин, волатильность больше, чем на биржевом рынке. Найс. Ты ё-моё. За 11 можно продать. Все, расстроились. Заплатил налог на неверие. Неверие момент. Блин, ну 8. Вы же за 11. Ла-пара-вап. Просто тупо на следующей же планетику продал дороже. В два раза. Больше, чем в два раза, чуть ли не в три. Изимани. О-о-о, вот это по-нашему. Здесь, короче, можно затариться. Ну, короче, у нас пока выход через синюю пряность. Надо прям конкретно развивать эту штуку. Но, блин, прикол в том, что нам еще надо... другие пряности развивать, не только эту. Так, луч холода.
А у вас луч не холода есть? Слушай, мне луч тепла нужен. Не, у них только луч холода. Жаль. А луч холода только. Ну хер луч. Самое нужное это и нет. Тут тоже. Может, этих чуваков есть. Как раз купит за 20 арик синюю пряность. Нет, у них нет ничего. Блин, это же вроде ваша столица. Должно быть хоть что-то. Ну, 450 на это говно надо. Я не хочу столько тратить. Может, эти ребята продадут? Нет, не эти. Ну, тут базовая грузоподъемность есть хотя бы. Я сделаю вот так вот и продолжу искать за 250 мейли. Нет, не буду покупать вообще ничего. Блин, ну нет ни у кого. Я возьму эту пряность, она дорогая должна быть. Может быть, прямо на этой планете уж продадим. Втридорого. Нет, втридорого мы продадим желтую. Очень холодно. Ну, желтая, кстати, еще есть. В чем сложность-то, блин? Даете достаточно планеты, продадите сами. Получите больше бабла, чем через меня. Наверное. Смотрите, у меня есть сиреневая пряность. А, подожди. Хотите купить, может, не? Они сами же и покупают. Тут 450 все еще стоит, это дерьмо. Жесть. О, это по-нашему.
Ладно, давай эту херню сюда за 450. Я буду искать 500 лет ее. Давай, погнали на Мигин. То, блин, ну может побыстрее же как-нибудь. Блин, ну буквально нихера осталось. Куда ты по касательной едешь? Сколько у вас? 1500, нормально. Писос, миллиметра не хватило. Завод. Ну а теперь мы можем хоть что-то. Теперь нужно и на фиолетовый то же самое сделать. Найс. Меня устраивает. Стой, давай обратно. Может, против этих мудаков мы и будем сражаться, которые деньги просят постоянно. Типа, ну они бесячий песос. Где, блин? Т2. Все норм. Блин, опять раскрашка. А, они, кстати, сразу дали корабль, что-то я тупанул. Или я попросил. Писался, я уже не понимаю ничего. Вообще охеревший. 200, мать твою, за что? Откуда эти зебродилы вообще лезут? Это вот эти вот зеленые херы?
на так, там случайно не родили хотя бы один? Нет. Жестко. Так, сейчас сгоняем на бывшую планету с хорошим доходом. Посмотрим, сработает ли она. Или цены опять поменялись. В принципе, времени не так уж и... Да. Дальше мало прошло, поэтому вполне. Пиратов на прокси. Там ничего грабить. Отстань. Там-бам-бам. Не, ну, гриндинг жесткий, конечно. Поначалу особенно. Я чуть думал, будет попроще. А, хотя тут есть одна желтая херня. Блин, вы сами справились. Давай сюда затащим пока. Терраформирование. Тут как раз можно продать желтую. Но этого должно хватить с лихвой просто. Let it snow, let it snow, let it snow. Not bad. Так, получается, мы тащим куда-то сюда, а потом сюда. Maybe. Может быть, наоборот, вот так вот сделать. В принципе, не важно. А, я могу даже так сделать. 3-6 в час. Норм. Получается, это слишком дорого даже. Вон он еще. Ну, сорян. Мне не покупают пока синюю пряность. Так-то я бы, может быть, и сделал больше. О, найс. Хорош дрифтить, блин. Так. Надо это обставить лучше. Допустим, как-то так это будет. Все, вообще огонь. 72 в час. Это как
минимум одну в минуту должно быть. Кузимон, Гроксы к нам приехали. Но не к нам, а к этим ребятам. Дэм. Дожили. Блин, ну я долго эту херню мочить буду. Но не улетает вроде вообще отсюда. Ясно, ничего. Веселье кончилось, у нас напали Грокс, приходи постусоваться в другое время. Так все. Улетели, типа. Вроде бы. Они все считают, что на них напали Грокс. Ну ладно. А виднее. Так, мы проведаем сразу эту систему нашу. Может, две. Это хорошо. Надо на конвейер просто поставить все это производство, и все вообще изи пойдет. О, прекрасно. Даже не буду искать пока. Даже вот так вот, наверное, лучше поставить. Вообще кайф. Блин, как-то я неудачно поставил. Надо подумать, как лучше поставить, чтобы было круто. Сейчас продать. Так не видно ни хера. По-моему, я ставил как-то так. Сначала сюда, потом сюда, потом сюда. Потом сюда, сюда. Сюда. Сюда эту херню, потом сюда вот так вот, сюда вот так. И это уже слишком дорого.
Да, жилой дом уже дороговат. Ну, пока так тогда. Может, надо их послать нахер и пробовать без этого дерьма. Как-то так, может быть. А, идите нахер, короче. Я потом придумаю что-нибудь. Пока так пусть будет. Здесь у нас вообще нельзя пока. Наберем 3 миллиона, купим мы их столицу, и, в принципе, на этом можно заканчивать пока. Но я не думаю, что это пока скоро будет. Ни хера, они даже зеленую производят. Ну это баг какой-то. Такого быть не должно, по идее. Может, где-то дороже купят. Может, я еще дешево продаю, типа. Нет, где-то вообще 700 просит за эту херню. Здесь есть. Йоу. Блин, чуваки, давайте вы сами. Да, да, 200. У меня нет вчера, идиоты.
Ладно, 22 пойдет. О, найс. Там может, кстати, так получиться, что там и 5 лямов попросит так-то. Так что надо быть аккуратным. Блин, а их там нападают. Поэтому... Сорян, ваша планета в сделку не входила. У нас вообще сделок не было. Надо спорить. Такое. Вы прям вообще не производите, смотрю. Да, цены, конечно, обвал экономики, как мне в галактике. По крайней мере, в нашем регионе. Во, это по мне.
хрень. Нихера, у них там 42. Вот навар. Все мне. Песос, я сейчас на этой же планете, наверное, продам в четверть. В четверть, четыре раза дороже. На нах. Сколько за это мне дадут? 30. Я еще найду. Но не здесь, видимо. Тут вообще пока нет ничего. Не развиваю свои колонии, лошара. Пока что не развиваю. Нет времени. Не до этого. На, пока плохо. Очень плохо. Ну тут за 70 хотя бы желтую можно все слить, но... Я бы поискал за 11 где-нибудь или что-то типа того. Во. На нах пол ляма. Это тоже сольем. Так, а что у нас тут? Лям есть, кстати. Странно, что у них нет здесь вообще ничего. Как будто они не фармят пряности. Пойду пока просто с империей пособираю пряности. Этого нет ничего. Тоже. Там вы что прикалываетесь? Ой, здесь вообще за 13 можно было продать. Так, если что, эти челы вообще отлично скупают синюю пряность довольно часто. Так что нужно иметь в виду их всегда. Нет. Подожди. На. Ну и дай мне это.
Просто херня. Чё, типа, очень дорого продаете красную пряность для... Учитывая, что я в 5 раз дороже продаю, мне еще норм. Может поискать другие империи какие-нибудь? Как-то нет никого. Что странно. Мы просто не в зоне обитаемости, прям такой дикой мы на ветке. Буквально рукава. А, кстати, бомба нужна, если мы воевать будем. А мы будем воевать. Но мы на стыке, кстати, двух таких зон. Вот здесь вот зона. И вот она заканчивается, такая буферная зона между двумя ветками. Здесь, конечно, так неудачно вот сложилось. Кстати, у нас двойная звезда есть. Ну, а вот тут кто-то есть. Еще какая враждебная херотень. Да, не особо. Пошел нах. Никотин, мать. Ладно. Ну, хеллоу. И, ребят, норм, сразу видно. Сразу слышно, что они норм. На. Прям, у них 3 планеты, ну 2, то есть. Ни на одной нельзя купить их пряность. Они ее не фармят просто. Я бы купил у них, кстати, здесь колонизацию. Вот, давай. И пошел бы вон на ту двойную звезду, бацнул бы. Там вообще хорошее место. Давай посмотрим. Наверное, сюда пока. Тут нужно одно всеядное существо. Это у нас наш Джордан. Пока без заводов. Пока рановато. Что у нас здесь интересно? Тоже двойная звезда, понятное дело, но... Тоже неплохая. У
Ну это вообще говно какое-то. Нельзя даже систему назвать. Так, пойдем возьмем пряности опять. Разберем. Тоже давно валяются. Отвезем в ближайшую, наверное, систему. Да, 200 тысяч. Может идти работай, заработай, нет. Ах, прошенничай так. Напади там на кого-нибудь, не знаю. Ограбь. Всякое больше уважения вызови. Эти две, которые остались, надо задорого продать. Я не уверен, что у меня получится. Пока точно не получится. О, найс. 200. Кстати, я еще возьму тогда колонну. Спасибо. Приятно иметь с вами дело. Что за Арин? Робин. Ясно, опять. Это даже не система. Так, это я ясно. Евсяник, блин. Винник. Знал я одного винника, знатный лицемер был. Как казалось. Тут целое... Во, давай сюда. Я не хочу. Отвали. А это что за говно? Солнце недовольно, что я его посетил. Зашибись. Очень приятно. Зарядимся и бацнем уровень терраформирования. Я думаю, сколько у нас? Два осталось, да, уровня целых, целиком. А потом я уже, наверное, тогда остальных выкину просто-напросто за борт. Come on.
Хорошо, а продать, кстати, можно. Да, можно, вполне. Меня устраивает. А, блин. Ну и хрень. Одно растение не посадилось. Ну, значит, это последнее. Остальных придется разваливать. Биозащита и монолит. Ну, кстати, это неплохо. Так, а завод? Я забыл. Надо же поставить что-то. Так. Сюда. 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 Все. Херачим. Не знаю, когда я вернусь вообще сюда. Ну, когда-нибудь. У меня раз в минуту херачит непряность. Господи. У меня там есть колония, я даже не знал об этом. А, да, есть. Ну, господи, ну пираты, ну и что? Все, я пришел, и они отпали, да? Нет, что они вообще сюда нападают? В чем ваш смысл? Объясните. Чё, где еще? Чё, как, деньги давай. Ладно, не надо. По-моему, в этой игре даже титров нет, то есть, ну, совсем. Интересно, вообще хоть что-нибудь будет на случай, если я вообще возьму все планеты, реально. Как я и задумывал изначально. Ну, все планеты я точно не возьму, но все системы хотя бы. Окей, что у нас вообще есть? Здесь есть биозащита, которая, в принципе, норм. Но до этого надо дожить. Ну, окей, это херня, да, объяснимо. Understandable, но я не спросить, как помогать, блин. Мне же они не помогают. На.
жуй. Так, на Диане или как ее там, нет ничего. Жесть. Маловато. Ну вот это вообще эпик. Куплю все равно. Надо найти планету с... одиннадцатью ценой. Тогда продадим сразу. Ну, 8 мало. Блин, это очень долго, короче, мне кажется, до планеты еще нам 2,5 лямы надо набрать, чтобы их не обидеть ценой. Хотя, скорее всего, они запросят вообще 10-ку за эту планету. Так что, навряд ли нам вообще получится что-то продать там. То есть купить ее. Так что пока ладно, на сегодня все. А, в принципе, первоначальный этап мы прошли, так что пойдет в целом. Так что всем спасибо, кто был на стриме, если вы наслаждались, если вы вдруг засыпаете под него, и я так понимаю, вообще это, наверное, главная фича этих стримов будет по спору, что под них вообще будет изично заснуть. В общем, всем спасибо и увидимся еще.